должен знать ребенок в возрасте 4-5 лет? Определять, где право, лево, верх, низ и середина. Знать 5 основных геометрических фигур – круг, овал, квадрат, треугольник и прямоугольник. Сравнивать предметы по величине и различать все 7 цветов радуги. Усвоить все это ребенку помогут развивающие игры. Первая игра «Что бывает такого цвета?». Нарезаем картон на широкие полоски и готовим карточки с цветными картинками. Если мама умеет рисовать, она рисует картинки соответствующие. Цветок может быть синий, может быть красный. Можно вырезать из журнала. И третий вариант можно распечатать из интернета найти. Чем старше ребенок, тем больше картинок ему можно предложить. Держи, Костя, это твои карточки. Выбираешь картинки своего цвета. Понял? Колокольчик и сливу Костя кладет на синюю карточку, вишенку, тюльпан и помидор на красную. Просите ребенка каждый раз проговаривать название предмета и его цвет. Также существует очень интересная дидактическая игра, которая называется «Магазин». Она построена по принципу лото. Из числа предметов, допустим, это босоножки, сапоги, резиновые сапоги, они должны назвать эти предметы одним словом – обувь. Посмотри, Даня, что у тебя на карточке? Обувь. Обувь? Какая обувь? Что это? Это ботинок. Посмотри, какие у тебя окошки пустые. Что же ты должен собрать сюда, в эти окошки? Всю обувь. Транспорт, фрукты, овощи, одежда и обувь, посуда, мебель и игрушки. Игра-магазин научит ребенка классифицировать предметы, поможет закрепить обобщающие понятия и разовьет память. Если же вам в журналах встречаются разные картинки животных, собирайте их. Из них в последующем можно изготовить очень интересную игру. Игра «Кто в домике живет?». На листе А4 рисуем дом с 6 окошками, а из вырезанных журнальных картинок делаем игровые карточки. Так, перебери. Домашние дикие животные, птицы, рыбы и насекомые. По заданию ребенок должен выбрать нужных питомцев и заселить их в домик. Скажи, пожалуйста, кто живет в твоем домике? Прям пальчиком. Лошадка. Еще кто живет в твоем домике? Корова. И зайчик. А как одним словом, как мы назовем одним словом этих животных? Какие они? Домашние. Домашние животные, правильно? Игра может расти вместе с малышом. Каждый раз добавляйте новые карточки. Тогда играть будет интересно долгое время.